Полное описание и точный дата выхода 5 серии 6 сезона сериала «По законам военного времени». 5 серия сериала выйдет в эфир 1 мая. В новой серии мы увидим, как к берегу Дона течением прибывает тело мужчины в военной форме. Документов и оружия при нем нет, лишь эмблема артиллерийских войск на лычке. Следствие устанавливает личность погибшего. Это командир батареи, капитан Демин. Судмедэкспертиза делает заключение, что Демин сильно избитый, был брошен в воду, еще живым, а затем утонул. К тому же он был сильно пьян. Первоначальное подозрение падает на местного хулигана Цыпу, с которым у убитого случился конфликт незадолго до смерти. Однако Елагина и Шилов не верят в причастность Цыпы к преступлению. Им не дает покоя вопрос, где на передовой в военное время мог так активно погулять Демин. Так они выходят на подпольный ресторан на острове, куда под видом посетителей внедряется Мирский и Шилов. Пятая серия сериала выйдет в эфир 1 мая. Если вам нравится сериал, ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.